Харківської обласної державної адміністрації. У нас на порядку денному питання, яке стосується навколо пам'ятника Леніна. Для цього ми запросили, щоб нам дали кваліфіковані і вичерпні відповіді, що стосується технічних характеристик цього об'єкту. І цей пам'ятник зроблений із цільного матеріалу, він був встановлений. Значить, спеціальна конструкція і кріплення цього пам'ятнику не дозволяють його просто так зняти якимось шляхом з цього місця. Тому потрібен чіткий план, алгоритм дій, а перед цим вивчення самих технічних характеристик цього об'єкту і, відповідно, території, яка знаходиться навколо цього пам'ятника. Справа в тому, що і справа, і зліва проходить пустоти метро, а на цій полосі, на якій знаходиться пам'ятник, знаходяться важливі мережі, в тому числі кабелі зв'язку, електропостачання і спецзв'язок. Тому така брила, якщо впаде, то будуть пошкоджені важливі магістралі, і ми можемо мало того, що залишити без світла і без зв'язку «Газпром» університет імені Каразіна, але і пошкодити саме метро, і може бути, не дай Бог, загроза для тих людей, які пересуваються в метро. Тому я надаю слово начальнику департаменту містобудування і архітектури Рабіновичу Михайлу Самуїловичу. Будь ласка, коротко, які у нас є питання? І задача як спеціаліста по технічним питанням, буквально несколько часов назад мы здесь собрались для того, чтобы решить этот вопрос грамотно, чтобы не пострадали люди, и чтобы мы решили это профессионально. Этот памятник, Василий Васильевич уже сказал, значит, 21 метр с пьедесталом, 8,5 метров сама фигура. Скорее всего, я не могу это утверждать. Сейчас как раз дана команда ищет все материалы технического толка. Первое, самое главное, это топографическая съемка. Это тот документ, на котором видны все подземные коммуникации, включая трассы метро, включая газ, кабель и все коммуникации. Потому что просто есть опасность, во-первых, такой вес, фигура, скорее всего, цельная. Такой вес, во-первых, это прежде всего опасно для людей. Во-вторых, если технически это грамотно делать, то нужно просто к этой операции подготовиться. Скорее всего, это должен быть не один подъемный механизм, а два, потому что вес поедет, и конструкция просто может экран завалить. Если там подземные коммуникации, то она просто, если упадет, есть коммуникации, которые, там, допустим, кабель находится на расстоянии 0,75 метра от поверхности земли в керамической трубе. Понятно, что он просто его передает. То есть мы сейчас определились, что завтра с утра материалы, которые находятся сейчас по архивам, их должны сюда доставить. Мы должны провести техническую работу, вызваны сюда конструкторы, строители, которые понимают просто организацию этой работы строительной. То есть в детали я сейчас не хочу вдаваться, я просто говорю о том, что желательно это, если принято такое решение, желательно это сделать просто нормально, грамотно и закрыть эту тему. То, что касается снятия памятника, это один вопрос. Второй вопрос – это его демонтаж и транспортировка, потому что, скорее всего, это нужен трейлер, и нужно организовать просто систему пропуска большегрузной техники, чтобы мы ни площадь не угробили, ни коммуникации не повредили, и самое главное, чтобы не пострадали люди. Вот это моя основная задача как организатора.